Едем по улице Песочная со стороны Якшурбодинского тракта. Вход парк Кирова. Далее электромеханический завод «Купол». Слева к перекрестку примыкает улица Кирова. Улица Песочная уходит вниз к набережной Пруда. С этого места улица Кирова берет свое начало. Слева с деревьями прячется корпуса сельхозакадемии. Справа до набережной Пруда располагается 7-й жилой микрорайон. Трамвайные пути проложены по всей улице Кирова. Слева к перекрестку примыкает улица 30 лет Победы. Справа до набережной опускается бульвар имени Воскресенского. По левой стороне скрывается туберкулезная больница. Средняя школа номер 62 имени Гагарина. Далее стройка жилищного комплекса «Семейный парк». Бизнес-центр «Бета», далее идет бизнес-центр «Альфа», «Иштандем», слева театр «Молодой человек» и сквер «Театральный двор». Подземный переход. Справа примыкает улица Максима Горького. На противоположной стороне виднеется школа искусств Васнецова. Торговый центр «Океан».
Почта России, Почта Банк. Пересекаем улицу Карла Маркса. Музей изобразительных искусств. Приближаемся к пересечению с улицей Пушкинской. Бывшие корпуса какого-то завода. По правую сторону тянутся старые пятиэтажки жилых районов. Подъезжаем к пересечению с улицы Коммунаров. Слева территория бывшего редукторного завода. Ними, что все машины заперли. Торговые центры на территории бывшего редукторного завода. На этом перекрестке улица Кирова заканчивается. Выезжаем на пересекающую улицу Удмуртская.